листовой салат из Италии Фестиваль. Очень интересный сорт, долго не перезревает. По срокам созревания он среднеспелый. Есть салаты, которые намного раньше за него созревают. Точнее, не созревают, а нарастает листовая масса у них. Но этот будет чуть позже. Зато он очень долго не перезревает, не появляется горечь. Приятный нежный вкус сохраняется очень долгое время. Практически в таком состоянии, вот как сейчас, он может быть месяц. Листья будут сладкими, нежными, не горчить. Если вы захотите получить с него семена, то его нужно просто пересадить. Потом он выпустит стрелку. Его хорошее еще качество, он не пускает стрелку, как многие салаты. Вот выросли такие листочки, и пошла сразу стрелка, он стал горьким. Этот салат не горчит. Сорт называется Фестиваль. Всем рекомендую. Очень крутой, классный салат. Вот сорву один, покажу вам. Очень много листовой массы. Ну, вот такого одного вполне достаточно для одного человека. Насытиться. Даже для двух человек хватит.